побороться за бронзовую медаль. Итак, вес 52 килограмма, и у нас в белой дзюдоге Мажлинда Кельменди, олимпийская чемпионка Рио 2016 года, и ее соперница Лабазанова Алана. И вот сейчас Иппон. Вот как заканчивается этот поединок. Буквально за 17 секунд Иппон показывает арбитр. Ну вот, не знаю. Смотрим бросок. Вот, смотрите, подхват. Нет, на мой взгляд, провернулась немного Лазарова. И я думаю, оценка Иппон. Это не окончательная оценка. Вот вновь смотрим. Сейчас идет обсуждение. Судьи обсуждают этот бросок. И что, утвердят или... Иппон отменяют. И вообще остается без оценки Кельменди. Ну вот она вновь берет. И на этот раз вновь без оценки. Лазарова так выходит из этой ситуации. Очень мощный такой натиск. Прям, смотрите, олимпийская чемпионка в белой дзюдоге Кельменди. Вот она показывает свой класс. Не оценили. Хотя был, на мой взгляд, контрприем такой. Продолжается встреча. Ну вот. Ох! На этот раз Иппон вновь показывает арбитр. И что? Оставят Иппон? Руками так продернула Кельменди Лазарову. Вот смотрим, смотрите, Лазарова подвернулась. И вот смотрите. Очень такая сложная ситуация. Иппон отменяет, но в Азаре дают Кельменди. Тоже достаточно высокая оценка. И встреча продолжается. Уже преимущество имеет спортсменка в белой дзюдоге в Азаре. Вот такие несколько бросков. И вот лишь одно оценено арбитрами. Я думаю, мы увидим еще броски в исполнении. Вновь переворачивается. Бросок, видите, как нет заключительной фазы броска, нет падения спортсменки, но есть активность со стороны спортсменки в белой дзюдоге. Ишидо вполне так обоснованно получает Лазарова. Кельменди ведет в Азаре. Подсечка. Ну, захватом полностью доминирует дзюдоистка с турецкого клуба. И ничего не может предпринять Лазарова. Дарья. Алана, простите. Ну вот так нельзя, конечно, защищаться. Сейчас будет наказание. Сейчас очередное наказание получит Алана Лазарова. Да, вот стягивание. Третье. Все. Лимит Шидо исчерпан у Лазаровой. В Азаре. Да. Два в Азаре. Лазария Васетепон. Ну, сильнее, конечно, сильнее Кельменди своей соперницы.